В рамках просветительского проекта «Арсеньевская карта», который реализуется в Приморье по поручению губернатора Олега Кожемяка, 1360 юных жителей края, арсеньевцы и дети участников специальной военной операции смогли насладиться классикой мирового искусства в исполнении артистов приморской сцены Мариинского театра и зарядиться новогодним настроением. Впечатляющие декорации, классический сюжет и знаменитый русский балет стали отличным подарком юным приморцам в преддверии Нового года. Отметим, во Владивостоке в преддверии новогодних праздников школьники уже побывали на специальных показах зимних сказок и представлений.